Эй, приветствую, дорогие друзья, с вами Энгрей. Надеюсь, вы любите инди-игры, потому что сегодня мы сыграем в игру Neo Pit. И, быть возможно, она найдет место в вашем сердечке. Так, весьма громкая на самом деле игра. Что меняется вообще? А. Звуки вот здесь. Играем мы в рамках рубрики «Первый взгляд», поэтому просто ознакомимся с игрой. Наша задача именно такова. This is our missions. Ей, мы вступили в какое-то голубое... А нет, зелененькое. В порядке. В России игра вполне может быть разрешена. Так, Space Videsh. А, ворота. Так. Что на Е? Move to altar and press E. А, мы забрали. Так, tap. И что вы хотите от меня? Equip your nev spell. Ага. Нифига себе. Что-то я как-то не ожидал, что так много всякой херни на меня налетит. Ага, награда, да? Открывайся. Максим Лейф. Защита от смерти. Сила плюс один, так понимаю, да? Взять тогда вот это. Gained mana, move speed. Ой. Сразу же, не глядя, мув спид забираем. Так, это была активация новой волны, я понял. Но пока что первая атака выглядит совсем выгодной. Перезарядки никакой нет. То есть вторая вот эта с мечами нужна только когда кто-то реально близко подходит. Ну или чтоб вот этих вот жахнуть. А вот, кстати, у первой, по-моему, способны, точнее, вот у мечей, да, у них довольно быстро тратится. Вот их юзать не очень выгодно получается. Так, мил резист. Для заклинания. Давайте вот это возьмем, защиту. Так, что у нас? Кулдаун. Ну, кстати, неплохо звучит. Мана тоже нормально. Крит. Крит, крит. А это для тренировок, типа? Понял. Давайте кулдаун, наверное. Что, новая волна? Ну давайте, черти. Я вообще на любом расстоянии могу хренать, только сейчас подумал.
Так, красное это мое ХП, да? Окей. Уже бомбы появились. Не знаю, как вы, у меня почему-то в этой игре ассоциация именно идет с бомберменом. А, бомбы тоже можно бить. Хилку уничтожила, вот же паскуда. Короче, знаете, это очередной клон Vampire Survival, но довольно оригинально выглядящий, как по мне. Конечно, прям удивляет. Как только появляется одна какая-то популярная игра и вводит хоть чуть-чуть новую механику, как же много подражателей появляется. В принципе, хотя чего удивляет, на самом деле. Чего удивляться, глупость. Мана, не знаю, нужна ли мне мана, на life, second, attack speed. Attack speed вот мне не помешает. Так, ну что, новый бой. Тут вроде раньше вылазят. Что-то новое, или это бомба взорвалась? А бомбы им наносят, интересно, урон? Прям совсем чуть-чуть, но интересно. Но мне интересно. О, тут босс есть! А, вот кто эту херню-то создает. И он не один. Еще эти камни мне могут навредить. Так, а у нас новое оружие, так понимаю, да, появилось? Помимо того, что экипировано. Мы можем заменить мечи на что-нибудь новое. Stone Skin. Acid Fire. Это типа ядовитая волна некая. Офигеть, кулдаун! Не, ребята, идите в сраку. Вот с этим сразу в сраку идите. Так, это ж... Блин, это... А где то, что я первым самым брал? А, вот оно. Не, ну это тупо топ. Это тупо топ. Дэш, такая себе идея. Ну, давайте вот на ХП возьмем. Атак спид. Мана. Максимум мана. Так спит. Надеюсь, на первой способности это тоже работает. Что она у нас основная получается. Нифига себе, чё-то. Какой-то пуч вышел. И ему урон не наносится, или мне это кажется, или... Или мне это не кажется? Ой, чертило какое. Ну, в конце концов, должно было становиться сложно, иначе что-то совсем было легко. Взять банку, я не знаю, правда, зачем, но взять. А вот это я нарвался. Ну, походу, тут я отъезжаю. Их очень много.
тут уже нужно дэшиться просто постоянно. Хил, хил. Шансы, шансы, сука. Фух. Левел ап. Какой-то телепорт. Новая зона. Жесть. Честно, весьма тяжеловато на самом деле уже было в этой-то зоне выживать. Способность мне нужно, чтобы быстрее. Я так понимаю, атак спид в основном идет для именно оружия, получается. Мил резист. Давайте мил резист, чтобы меньше у нас пинали. Давайте еще раз попробуем. Это яд! То есть здесь еще... Я-то подэшусь, но уже буду получать урон просто... От яда? Да, маны, конечно, не хватает на вот этот второй удар. А, черти, отвалите. Кстати, они вроде бы теперь-то друг друга блочат. Мне даже хилка не нужна. Ну ладно. Типа, первая битва на первой карте этого левела не самая фиговая. Да, уж травление. Новая атака. На shift. Shift это у нас, кстати, чё? Shift это вот. С большим откатом. А на Q, кстати, чё у нас? Некая каменная кожа, я так понимаю, типа. На время, да? Понял. Толком ничего нового, кроме вот этого. Вот что это, давайте посмотрим. Это вместо шифта можно было, кажется, поставить. А, так это оно и есть. Офигенно. Ладно, почти, короче, нового ничего не дают. Шприц. Так, окей, сумо. Короче, тут определенные прям такие бафы, знаете, из расчета конкретной ситуации. Типа, ты находишься в такой ситуации и так далее и тому подобное. Life per second, максимум мана, максимум life. Я бы ману побольше бы сделал. Так, давайте еще один раз попробуем. Выживать, наверное, во всем этом. Бобры с геморроем. Вот это жесть. Возможно, забиться в угол опять идея была бы хорошая. Походу, пока годная острота. Да. Даже оружка не нужна. Которая за ману, правда почему-то используется. Потому что вот эта вот первая атака, она и выглядит как атака физическая. Точнее, наоборот, магическая. А меч это скорее физ-дамаг. Почему-то меч это дамаг за ману. По нам чуть-чуть попадает, но в принципе это вообще не имеет никакого значения. Давайте Q прожмем, блин. Ладно. В итоге нам это не сильно понадобилось. Крит, повер. Психикал скрим. Скрим, психический крик. Блин, нет. Когда ты получаешь 50 дамага. Типа я из разношу крик, понял. Хил на 20% быстрее.
Кастинг базового заклинания. Атака быстрее на 2, на 4 секунды. Да. Так, ну что ж, друзья, давайте на этом, наверное, закончим. В общем-то, я думаю, познакомил вас с этой игрой. Можете написать свое мнение по поводу нее. Может быть, вы в нее играли. Можете написать рецензию. Стоит ли в нее дальше продолжать играть, насколько интересно. Как по мне, вот лично, по моим впечатлениям, играть вполне себе можно. Годный такой клон Vampire Survivals. Как по мне. Тут видны свои какие-то идеи. Больше 4, кстати, нельзя настакать. И, в общем-то, всем на этом спасибо за просмотр. Можете подписаться, поставить лайк, записать комментарий, да, еще раз повторю. И помните, что мы еще с вами сыграем обязательно в хорошие игры, как новые, так и старые. Поэтому, в принципе, есть смысл, думаю, оставаться на канале. А на этом, друзья, всем пока.